канал UpViews. Мы сегодня на охоте. Я подумал, почему бы нам не полезть наверх в этот раз и не посмотреть, какие тачки прячут от нас здесь. А то все мы привыкли смотреть только на полках. Давайте подпишитесь, а я как раз полезу. Значит, в основном это был Matchbox, вот такой вот джипчик из Hot Wheels Ford Escort RS-ка. Потом Matchbox GLE-шечка там валялась. Король вот такой вот по Hot Wheels. И смотрите, еще покажу вам Matchboxик Hellcat. Потом смотрите, какой крутой, вообще супер тачка Steam. Это у нас, по-моему, Roger Dodger. Да, вот у нас такой есть. Мне он, кстати, больше нравится. Красная Пацифика. Был такой вот, получается, Lancer, Fordic Animal Control. И самая главная тачка без упаковки. Я, конечно же, положу ее назад, потому что непонятно, может быть, упаковка порвалась. Но напишите в комментах, что бы вы сделали, забрали или оставили.